Так, гоняем его за кусок. Руку ниже, ниже, ниже. Ближе, ближе к клетке. Ближе к клетке. Это все очень быстро и динамично. Раз, открываем, закидываем. Пошел, закрыли. Ушли. Все, и пауза. Стойте, просто стойте. Все, пришли, открыли его. И сразу убегайте, сразу убегайте. Скорей, скорей, скорей. Начинаем влево-вправо его водить. Влево-вправо. Вот, змейкой туда-сюда. И перемещаемся к клетке. Теперь его крутанули перед собой. Покрутили его. Вот. Все, и в клетку быстро. Открыли, кинули. Хоп. Закрыли. Все. Чередование фиксации в клетке и короткой дрессировки повышает у собаки мотивацию и концентрацию на работе. Однако этот способ работает только при наличии хотя бы минимальной мотивации. Тогда этим способом ее можно усилить. Если пищевой мотивации нет вообще, то в этом случае надо идти через физиологию, то есть просто не кормить собаку. Теперь то же самое, только после того, как он побегал за куском, вы поделали с ним сидеть-лежать несколько раз и кусок кинули туда и заперли его. На! Все, все, клетки, 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 двигаемся влево, вправо, туда-сюда. Все, работаем, сажаем его, сажаем. Положили, посадили. Все, пошло движение, 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 двигаемся, движение. Раз, в клетку, закинули. Закрыли. Ушли от него. Еще раз подходим. Точно так же он побегал за куском, потом быстренько рядом пошли. Хоп. Все, пошли рядом с ним. В левую руку, в левую руку, в левую руку, в левую руку. Корм. Поворот кругом. На. Куском встретьте его. Ну. Обратно. Если он кусок потерял, не надо долго идти без контакта руки и морды. Все, закидываем туда. На, скорей, хоп. Все, закрыли его. Теперь смотрите, откройте и попробуйте с ним поиграть с игрушкой. Но только не кидайте ее и не теряйте ее. Так, смотрите. Сейчас открываете, цепляете ему поводок, также он бегает за игрушкой, потом начинается борьба-пробежка. Ну вот это простейшее упражнение. Потом у него игрушку забрали и запихнули его в клетку. Без корма? Корм вы ему кинете туда потом, как бы это у него концовка. Сейчас вы его открываете и цепляете его на поводок. И потом сразу выхватываете неожиданно, как фокусник, игрушку, и игрушка начинает от него убегать. Пониже, пониже, пониже. Ко мне. Отбегаем. Отбегаем ко мне. И перемещайтесь к клетке. Борьба. Нет, нет, во время борьбы не надо. Борьба у нас в основном на одном месте идет. Даже собака вас тянет. Забираем, забираем. Пошел жов уже, непонятно что. Кусок в нос. Показали. Закинули. Пошел туда. Нет. Игрушку за пазуху. Двумя руками закидываем его в клетку. Пошел. Все, закрыли его. И сейчас еще раз то же самое сделайте. Значит, перед тем, как он схватит игрушку, нужно его подразнить побольше, чтобы он побегал за ней. Игрушку держать не за петлю, а за саму игрушку. Чтобы вы горизонтально земле ее держали. И игрушка низко должна убегать, как крыса, которая бегает по земле, а не птица, которая летает. Еще раз делаем. Выхватываем игрушку. Неожиданно. Хоп, игрушка вниз. Ниже, 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 по земле прям тащим ее. Далее схватить ему. Таскаем. Хорошо. Отдали, отбежали. Ко мне. Сразу, сразу, сразу заставляйте подходить. Отдаем, отбегаем. Отбегаем, заставляем. Работаем. Таскаем влево-вправо, отбегаем. Рывки, 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 рывки. Все, забрали.
Открыли, закинули. Все, пошел туда. И ушли, просто ушли на террасу. Ушли вообще от него. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо.